Есть. Здравствуйте. Вот наш дуэт, он достаточно давно уже живет. Угу. Он даже как-то называется. Парафраз. Вот. Я парафраз. Помню. Я не помню. Дуэт, парафраз. Вот. И мы споем такую песню, ну, которую было бы глупо просто очень не спеть в дуэтом, такое время, да, да, дуэтом из фильма «Ирония судьбы». «Москва слезам не верит». Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваш уснувший ранний порою дома. Что же за этим последует? Будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить, недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Начинается. Дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пара-пара-ра-ра-ра, пара-пара-ра. Пара-пара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку.